проверяем ближние бровки. Сначала на берегу. О. Мотать не буду. А вдруг что-нибудь попадется. Сейчас сначала надо обработать шнур. Сегодня попробуем, как работает вазелиновое масло. На улице минусяка. Че, ты все? Да. Давай перчатку. Можно просто как я делать. Ну, отошел, посмотрел. Мало, нормально, еще пошел. Раньше всегда на час, на два приезжаешь, одну-две штуки выловишь. В этом году второй раз уже и нифига. Причем всегда это хороший размер. От килограмма и больше. С учетом того, что здесь везде деревни, города. Это неплохо. В таких условиях всегда такая рыбалка может оказаться закрытием сезона. Я обычно не произношу это слово, вдруг еще поедешь. Ну тут... Уже неделю стоят отрицательные температуры. Как-то в этом году ближе к октябрю щука не очень радует. Посмотрим, что сегодня будет. Щука, вот здесь, прямо у берега. Я видел, что щука или? А? По поклевке щука. По поклевке. Угу. Опа-на, что-то поймал. Да? Снимай. Куня. Не. Что-то хорошее? Ну да. Успел. Или нет, засоряются, ну, в смысле, замерзают. Ну, слушай, шнур, самое главное, не мерзнет. Вот мы обработали, пока мне нравится. Вчера было теплее, мы ничем не обрабатывали. Вообще это, нифига не получалось вечером уже. Сегодня шнур в порядке. Что-то я поскромничал совсем. Я же сказал за двушку.